Вопрос. Какова мудрость того, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, был предводителем, имамом в молитве с другими пророками во время своего ночного путешествия и вознесения? И на что это указывает? Ответ. Хвала Аллаху. То, что именно пророк, саллаху алейхи вассалям, был предводителем в молитве пророков, которая состоялась в мечети Аляхса, являющейся обителью пророков, начиная с Ибрахима, Авраама, мир ему, показывает, что пророк является великим, и ведущим предводителем, имамом, как об этом написал Ибн Кафир, да помилует его Аллах, в начале своего толкования 17-й суры Корана «Ночное путешествие». Он, да помилует его Аллах, говоря о предводительстве пророка, салляллаху алейхи вассалям, также сказал. А после, его благородство и достоинство перед ними было показано посредством его предводительства в молитве. И предводителем в молитве он стал по указанию Джибрииля, алейхиссалям. Нет сомнений в том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, является предводителем пророков и лучшим из них. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я господин сыновей Адама в день стояния. Я первый, над кем разверзнется могила, первый ходатайствующий и первый, кому будет разрешено ходатайствовать». Хадис привел Муслим ас Хадис номер 2278. Некоторые ученые нашли в его предводительстве над другими пророками и другую мудрость. Некоторые из них сказали «В хадисе сказано, и я стал предводителем их». Эти слова «А «Аллах знает об этом лучше» указывают на то, что эта община переняла роль предводительства для всего человечества. А Аллаху ведомо лучше.